Game on. Всем привет, друзья, с вами ММА. Как вы видите, сейчас я сижу на своих двух аккаунтах. И основа у меня сейчас на телефоне. С планшета я сижу с твинка. Притворюсь сейчас фейку ММА. Пойду рассказывать, что я там жесткий, ё-моё. И залью пару каточек. Но если он останется добр ко мне, даже несмотря на то, что я там, условно говоря, да, специально плохо играл, но постараемся сделать, чтобы это не было особо понятно, то мы потом ему поможем кубки вернуть, чуть апнуть, и, может быть, если, конечно, он даст такой шанс, да, то обязательно еще зайду с основы и напишу, мол, чувак, ты красава, там, добрый, все дела, но, короче, постараемся сделать этот пранк добрым, так что сегодня будет пранк бес, обязательно закидывайте лайк, подписывайтесь на канал, конечно же, подрубайте код ММА, спасибо большое всем, кто поддержит. И обязательно залетать в телегу, потому что у нас что, до нового сезона уже 14,5 дней, ну, грубо говоря, 15, 2 недельки. Обнова, значит, скоро топовый конкурс и так далее, поэтому обязательно залетайте. Но ладно, пойду найду клан и посмотрим, кого же сможем разыграть. Самое главное, чтобы нас не узнали. Офигеть, зашел клуб, где 500 000 кубков и никого нет онлайн. А тут, кстати, лимиты. Еще сейчас, если доиграюсь, так пару клубов не тех зайду, то потом мне скажут, все, ты пока не можешь ходить по клубам. О, у нас есть чел, как раз играет дуо. Его зовут Банана. У него Шелли 25 ранг. Чтобы вы понимали, для кого-то 35 ранг скукота, да? Мы там апаем иногда их в первом мире, но тут чел 25 ранг, и это, возможно, для него очень... Кстати, Бель, смотрите, он 24 ранг апает. Давайте... Давайте попробуем его пригласить. Одну каточку зальем. Если продолжит с нами играть, мы ему поможем апнуть новый ранг на бель. Так что надеюсь сейчас ответит. Но еще поспамим, я так люблю делать. Иногда отклоняют и просто дальше жмешь. Потом в чат он заходит и ему по ушам залечит, что ты, мол, такой жесткий, что в Нави спокойно бы взяли. Просто сам не хочет скучно играть в эту игру. Ну, о, принимает. Блин, ё-моё, у него аккаунт. У него либо стоит галочка, либо у него аккаунт слишком... То есть чел молодой и там вроде... Calm down, everyone. Ладно, давайте, знаете, что сделаем? Давайте посмотрим, просто согласится ли. Согласился. Ладно, давайте поможем просто апнуть. Так, уровень силы. Ну, спайком. Погнали. Давайте просто ему апнем, поможем и пойдем дальше искать. Потому что чела не пранканешь, у него чат закрыт автоматически. Ну все, короче, две качки затащили. 700 ему апнули, так что... Отличная игра. Ну, я пошел дальше искать того, у кого открыть чат, но в любом случае, раз чел ответил, то помог ему немного. Окей, зашел в другой клуб, и у нас тут есть чел под ником Эвзис. Ух, ёма, чел, базик, братишка, сейчас мы тебе предложим. Давай. Залетай, родной. Погнали. Базик сейчас ему апнем, но не с первой карточки. Окей, он принимает. Посмотрим, что скажет. Походу, что-то пошло не по плану. Походу, раскусили. Но сейчас прикинемся, может быть... Сделаем вид, что мы не понимаем, про что он говорит, конечно. Может, просто он увидел ник и подумал. Так.
А, ты другой. Но я очень... Блин, детская игра, я говорю. Но не факт, что он, конечно, был недавно. Был недавно в клубе. У него свои рассказы, истории пошли. Надеюсь, там сейчас не будет какой-нибудь фигни запрет. А, полупокер, говорит. Ну, типа, да. Выдавал себя не за... Ну, получается, я такой же. Я сейчас выдаю себя за другого человека. Короче, я его уговорил. На базике пати, это самый высокий у перса. Он говорит, ну карты норм нету. А так какой-то заходил чел с таким же ником и гнал там на всех, но знаете, это точно был не я, так что я вряд ли уж по клубам ухожу, чтобы там на кого-то гнать. А, надо как-то прикинуться, что типа хороший игрок, но просто что-то не пошло, да, чтобы... Но в целом он довольно-таки общительный. Давайте попробуем как-то зарынить, чтобы было это... О, робот. Робот. Можно просто ему баночки отдавать, чтобы нас гасили, но он при банках бегал. И скажу, ну как, типа, норм отыграл. Робота можно, да, нафармить. Сделаем вид, что мы, типа, не умеем стрелять. Блин, я как-то прям в банку попадаю сразу. Хотя пытался мимо дать. Давайте. Бам, бум. Бам. Тактика, тактика. У нас как бы реально сейчас загасить могут. Найс. Блин, хотел от робота сдохнуть, было бы весело. Чтобы он с банками остался чисто. Ладно, давайте зарашим просто. Ух, какая жвачка. Так, тут все заберем. Надо от робота реально умереть, это было бы имбой. И вряд ли бы мы прям сильно жестко бы проиграли. О, погнали, это наш шанс. А потом он соберет просто и все. Я на 11к случайно ударю. Блин, вот мы уже и топ-2. Ладно, давайте специально. Чё-то не очень. Надо как-то похуже заруинить. От робота пытался умереть, у меня 11к дамага вышло. И чел, говорит, давно не играл на базе, но как бы пытается, да? Вообще чел скромный. У меня там лоу кубки, он на меня не бомбит. У меня там 500 кубков. Сделаем вид, что мы с хай-эго супер топовый игрок, но при этом сейчас исполним фигню, и после этого я зайду, может, уже сосну и покатаем. Модификатор босс-банка. Есть вариант, явный вариант, пойти на босса. То есть... Ладно. Просто увидим кого-то с босс-банка и просто начнем с ним рубиться, как сумасшедший. Ну, nice. Правда, у нас чел с босс-банка. Но я так, чисто пошел целил. Сейчас пойду еще раз солюсь и так далее. И все, и после этой качки чуть-чуть... Ой-ой-ой. Давай сейчас кибермоб исполним. Ой-ой-ой. Вот, кибермоб исполняем.
Блин, честно говоря, мне так неудобно это делать, но мы ему сейчас апнем нормально. Короче, чел реально супер простой, ну, блин, говорит, мол, я ему говорю, слушай, он говорит, что такое, может другой взять? Я не знаю, у меня даже складывается ощущение, что он меня узнал, но вряд ли. Окей, приглашаем. Давайте теперь посмотрим, что он скажет. Вот так напишем. Стоп, говорит. Ой. И я здесь, чтобы... Я не верю, говорит. Блин, ну реально, чел супер хороший. Сейчас посмотрю, у меня есть тут на аккаунте норм кубки. Ну, в принципе... Какой это шанс? Реально, шанс на миллион. Но давайте апнем ему немного кубков, потому что мы все-таки чуть слили. Можно 850 ему помочь добить, и все на этом. Короче, народ, играли мы больше часа, но, правда, у челика иногда лаги по интернету, иногда нам попадали жесткие овощи, но, во всяком случае, мы покатали больше часа вместе, и наш рекорд был 828, а потом пошел тильт. Но, все-таки, блин, а че такие жесткие типы попались, и еще, почему ты берешь танка, и тебе кидает вот такой пик? Уф, ладно, сейчас мы... Так. Какие-то типочки жесткие попались, не знаю, помню. Ну, тут даже не то, что они жесткие, а их пик, это просто жесть. Ладно, сейчас попробуем продавить. Блин, ульту не дают накопить, дайте. Да, это походу ГГ. Биби, ну почему Биби еще закидывает? И так два танка играем. Окей, ё-моё, лютый пот, просто же. Ну, сейчас еще опасный момент. Залетай, пожалуйста. Хорош. Так, живи, живи, живи. Просто как будто не знаю. Так, мяч положил сюда. Блин, как же Биби гений играет.
Боже, на бебе три раза с респа выходит. Три раза он даже тычки, помню, успевает сделать, если я не ошибаюсь, по моим подсчетам. Блин, Брок сейчас, если бы... Ё-ма, мы на 700 плюс играем, почему? Почему так происходит? Просто жесть, я не могу. На 700 плюс. Все, теперь, короче, точно решающий. Если эту не забираем, то все, это до свидания, ГГ. ГГВП. Ну, в принципе, мы и так, да, кубасика потеряли, но зато поиграли как плотно, это жесть. Мы еще и потом возвращали эти кубасы и в загадочном режиме. Так, это гол, походу. Да. Кроу, красава, просто лайн оставляет куда-то, уходит в другую сторону. Не знаю, что он там забыл. Ну, пофиг. Хорош. Короче, мы играли загадочный режим. Я менял там персов, я потом аккаунт поменял, чтобы зайти на основу, чтобы с нее помочь. Чё только там не делали, чё только не мудрили, не пытались. Но иногда... иногда прям либо просто толпой задавит, либо какой-то босс попадется, либо чел залагает, либо вообще какой-то, ну, странный мув сделает. И, ну, бывает всякое, но во всяком случае все равно игры были веселые. И это... 800 кубков, но я думаю, надеюсь, ему понравилось, во всяком случае, да, надеюсь на это, но в любом случае, спасибо этому челику, который, несмотря на то, что, как бы, перса брал самого большого и давно на нем не играл, он все-таки доверился какому-то незнакомому челу и, ну, короче, в целом, хороший чувак, так что, если вам такой ролик понравился, обязательно накидывайте лайк, в общем, с вами был ММА, всем удачи и всем пока! Ну и тебе на базе, челик, привет.